Всем привет, это канал Physics, и мы продолжаем играть One Shot. Простите за предыдущую серию, то что у меня так неожиданно оборвалась запись, и мы не смогли нормально продолжить. Давайте, вот я вернулся, Эдмид, пожаловать обратно, все такое. Я вам сейчас расскажу, что было в этот момент, когда запись не включилась. Значит, я это пошел такой... Проснулся, да, пошел. Библиотека перевела мне книжку, и там было написано, что вот, типа, ты молодец, ты добрался до города, осталось тебе всего лишь войти в башню, тебе нужно принести туда три вещи, которые имеют сияющий эффект. Это какие-то кусочки солнца называются у нас, они есть, эти три штуки. Две это мы уже подбирали, это янтарик и вот эта ручка, перо. Третью нам библиотекарь дала, это вот такой кубик. Ну, она сама кубик, и вот еще нам дала игральную кость такую, да. Вот такая тема. Теперь надо понять, что делать здесь, потому что... Как попасть сюда? Тут пол... Что там говоришь, типа, вот с полом, да. Типа, окно и пол сделать там что-то... Я не знаю. Сейчас будем разбираться... Ух, надеюсь, запись вообще идет. Не знаю, смогу ли я сейчас это проверить. Блин, вот это вот не задача. Записывает, хорошо. Значит, нам надо думать, что делать здесь. Может быть, давайте сбегаю, переспрошу еще библиотекаря. Может, он нам как-нибудь поможет. Да. Я надеюсь, я иду в правильном направлении, потому что я немножко не помню. Хотя мы можем тп-хнуться, но здесь... Вот здесь уже будет работать тп-ха. Потому что... Да, здесь работает. Потому что в помещении не работает телепортирование. Здесь, например, не работает. Там, где башня, вот это, тоже не работает. Вот такая вот хрень происходит. Итак, давай спросим еще раз себя. О, ты хочешь, чтобы я снова объяснила снова? Да. Согласно дневнику, ты должен пойти в маленькую комнату у основания башни, имея в своем распоряжении три кусочка предыдущего солнца. Это у нас нехорошо. И потом ты должен стоять в комнате, и админ сделает что-то с рисунками на полу и окнами. О, понятно, спасибо. Удачи, дорогуша. Мне непонятно. Почему тебе понятно? Мне непонятно. Ну, твоя-то задача просто стоять на полу, да, Том. Что мне делать, я без понятия. Админ должен сделать что-то с полом и окном. Еще понять, какое окно имеется в виду. Окно игровое или окно... какое-то окно в игре, типа уличное, не знаю, куда-то смотрит, это окно выходит. Тут можно посмотреть, я не знаю. Может, тут что-то есть такое. Нету. Печально. Окей, давайте зайдем еще раз. Может, надо тыкать на него? Нет, не тыкается вроде. То есть я должен что-то сделать наверняка, да? У меня есть подозрение, что надо закрыть игру. Стоит ли это делать? Ну окей, давайте тогда попробуем это сделать и продолжим дальше записи. Я выключаю игру. Чпоньк. Окей, что-то произошло. Вы посмотрите, Ника сидит в белой комнате, ему грустно, наверное. Так, он очухивается. Что-то интересное. И все темное стало. Так, ну хорошо, что хотя бы что-то изменилось. Я внутри башни? Здесь? Намного темнее, чем я думал. Подожди, где солнце? А, действительно. Админ, ты знаешь, что случилось с солнцем? Я не знаю. Админ? Админ? Ну же, админ, скажи что-нибудь. А мне не дают сказать. Я говорю, говорю, алло, алло. Я могу так сказать. Админ. Я что, не могу с ним связаться, все... Что происходит? Ух ты. Вода.
Ладно, давайте наверх подниматься. Это возможный вариант исхода событий, что что-то будет хорошее. Или мы хотя бы куда-то придем. Предметы отсутствуют. Переместиться нельзя. Что, просто идти наверх? Мне кажется, нас где-то троллят. Может, он никуда и не идет вообще. Не, ну мы же должны куда-то прийти все равно. Может, тут что-то есть? Я просто не вижу. Сейчас, подождите. Нет. Есть, короче, такая фишка у мониторов. Если опуститься вниз или вверх, я не помню уже где, пониже, например, то можно разглядеть какие-то незаметные детали. Если темно что-то. Но такого здесь не присутствует. Сейчас, блин, надо еще усесться нормально. Потому что я тут походил. Ой, боже мой, замучим я сейчас тебя. Что я сказал вообще? Ой. Ну куда идти, ну боже мой. Ну что за подстава? Мне кажется, нас троллят. Пойдемте вниз. Может, я не туда свернул? Тут нет никакой стенки. Так, ну смотри, если вот такая хрень происходит, значит, все-таки он ходит. Но тут, возможно, карта бесконечная. Откуда я знаю? Или она зациклена как-то? Опа, наконец-то я что-то нашел. Ура! Привет, Ника. Привет. Поздравляю, теперь ты внутри башни. Вы говорите теперь со мной? Верно. Но вы всегда раньше говорили с админ. Я где? Админ уже ушел. В смысле ушел? Я тут. Мне пришлось обратиться к тебе напрямую. Подожди, значит, админ ушел просто так? Верно. Не, я не уходил. Для блага? Верно. Админ закончил свою миссию. И ты тоже, Ника. Здесь ты можешь отдохнуть. Все, что здесь произошло, похоже на плохой сон. Когда ты проснешься, ты будешь дома. Ах. Но что-то не так. Я думаю, что будет больше, понимаете? Я думаю, мы должны были идти на вершину башни. Я думаю, что где-то должно было быть место, где мы должны ставить солнце. И теперь у меня даже солнца больше нет. И админ просто ушел. Это неправильно. Но ты все сделал хорошо, ты спас мирника. Ты недоволен? Я думаю, да, но это просто... И он выключился. Неужели это конец? Вы издеваетесь? Я не верю. Я даже никогда не прощался с админ. Так, тут вылезло сообщение. Если вы не верите, то я скажу. И для тебя, админ. Мы здесь закончили. Пожалуйста, больше не возвращайся в этот мир. Почему? Игра вылетела. Я все-таки вернулся. Окей, и у меня бедный рабочий стол опять испортился, испоганился. Итак, тут какая-то записка. Надо сейчас это окно передвинуть мне. Это еще не конец, несмотря на то, что сказка... что сказала сущность, история не окончена. Документы, My Games, One Shot, ищи этот символ. Когда он будет активным, перезагрузи игру. Увидимся. Окей. То есть мне сейчас надо выйти из игры, что ли? Блин, а я же не запомнил, где находится. Стоп. Games... В документах и что ли там. Я забыл. My Games, вот. One Shot. Ага, нашел. Окей.
Так, ну, наверное, записать на эту штуку. Надеюсь, у меня зацепилось это приложение. Окей, тут клевер. Так, прочитай меня. Сейчас я прочитаю еще записочку. Ой, боже мой, она такая большая. Так. Я тогда сделаю скрин и сохраню его куда-нибудь. OneShot. Концепция OneShot. Игра, сделанная на RPG Maker в жанре головоломка, приключения, которые вы, как игрок, должны вести потерянного ребенка через странный мир, взаимодействие, особенности. Оригинальный саундтрек, странное управление, дисклеймер. Некоторые функции, возможности OneShot не характерны для игр, созданных в RPG Maker, большинство игр целиком. Не волнуйтесь, все это часть игры. Однако, если вы очень параноидны или чувствительны к изображениям глаз или политика в отношении видеотрансляции робот-фанатов, до тех пор, пока предоставляется информация о разработке, любые видеотрансляции и работы фанатов приветствуются и поощряются. Ясно. Тут, наверное, ничего интересного нету. Вот, вернемся, значит, к нашему приложению. Тут клевер всего лишь, и все, больше ничего. Может, что-то произошло, давайте узнаем. Окей, мы возвращаемся в OneShot. Итак, я запустил этот файл одновременно с OneShot файлом. И получилась вот такая хрень. Эти программы работают вместе. Окей, Ника идет, собирает колосся. Ника. А, я с ним говорю, что ли? Привет, админ. Это был ты? Мне показалось, что кто-то говорил. В моем сне. Ах, наверное, тебя все еще нет. Так, комп зато включился. Постойте, в моем кармане что-то есть. Я не помню ничего такого. Клевер! Окей. Ты все еще здесь? Ника, почему ты все еще здесь? Ты? Почему вернулся, админ? Я сказала тебе держаться подальше. Ты знаешь, я пыталась сократить историю, не так ли? Это опять вылезают окна, если что. Я их читаю вам. Просто я не смогу вам их показать никак. Ты хочешь от меня большего? Ладно. Если ты хочешь уходить, я сделаю так, чтобы ты никогда не ушел. В смысле? Дверька. Это типа... Опа, я взял в руки клевер и... Ну и чё? Он сияет. Похоже, это бесконечно. Ну да, похоже на то. И что делать нам? Ну, у нас есть клевер, и чё? Подожди, что-то было написано. А, просто черный клевер и все. Ну что вы издеваетесь надо мной, а? И что делать? Вот у меня есть клевер. Переместиться не можем. Это опять инструкции, боже мой. Что делать-то? Может выйти из игры, я не знаю, блин, что как-то все запутано очень. Даже в Undertale столько выходов из игры не было, если честно. Просто... А зачем?
И мне опять запись надо запускать, вот это вот делать, все. Ух, ну, что поделаешь. Придется. Игра почему-то началась вот с этого момента, кстати. Ника. Окей, ну и что? То есть опять начнется то же самое? Так. Ну-ка, давай-ка пропустим. Мне кажется, все это уже читали. Окей, клевер. Что я могу с ним сделать? А если вот так вверх подниматься параллельно компьютеру? А, мы возвращаемся обратно. Окей, то есть тут далеко не убежишь. Опять те же самые сообщения, да-да-да. Так, а если не идти в дверь? Нет, все равно. Нас не хотят выпускать. Это все будет продолжаться, походу, бесконечно. Блин, а что делать-то дальше? Это все, что ли? Вы серьезно? Блин, у меня залипание клавиш. Включилось. Окей. Так, мне записывать, надеюсь. Попробуем просто идти. Но мне кажется, это все равно бесконечно будет. Зачем нам этот клевер? Как-то сияет. Может, надо что-то делать, когда он сияет? Не знаю. Что сделал? А це это отмена, что ли, какая-то? Подстава какая-то. Блин. Ну да, наверное, это все-таки будет бесконечно длиться. Блин, вот только... Не знаю, может закрыть приложение с клевером? Ну окей, я его закрыл. Но клевер у меня до сих пор в кармане. Хорошо. Может запустить снова приложение с клевером? Ой... Попробую. Даже не объяснять ничего. А клевер исчез. Но все равно ничего не поменялось. Ладно, придется сейчас выйти тогда из игры. Уже какой раз происходит одно и то же. А может, весь его мир — это сон вообще целый, просто? У меня такие подозрения. То есть, все время, когда он спит. Ну что с этим клевером-то делать? Может, опять поспать, я не знаю, ну что. Просто клевер. Зачем он мне? Окей. Сейчас я вот сейчас закрыл опять приложение с клевером. Сейчас попробую опять его открыть. Но там уже нет клевера. В этом приложении уже ничего нету. Нельзя ничего сделать. Пойду сюда. Будет опять бесконечность.
Какая-то тут подстава. Сообщение пропало. Я завис. Да хз вообще. Клевер никуда нельзя применить. Черт. Я просто не знаю, что делать. Я уже тут в файлах покопался. Это... Не знаю уже, что делать-то. Намудрили всякую. Попробуем опять выйти из игры и что-нибудь сделать другое. Короче, я не знаю, что делать. Я много что пытался. Я там пощелкал по этому клеверу, там поперенажимал, побегал в разные места. Там в том месте, где нас компьютер посылает, тоже побегал. В общем, ух, не знаю вообще. Искал, не нашел. Поэтому пишите в комментариях, куда же все-таки нужно идти. И все-таки конец это или нет, потому что я не знаю, продолжать не снимать ваншот или нет. Пишите обязательно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про группу ВК, там можно и предлагать игры для прохождения. Всем пока.